В военном городке поселка Багандинский после капитального ремонта открылся детский сад «Дюймовочка». За счет средств правительства области в нем полностью реконструировали систему коммуникаций, обновили прачечную, медпункт, столовую, мебель в группах и даже игрушки. Сегодня детский сад готов принять 120 воспитанников из военгородка и близлежащих поселков. До ремонта учреждения могли посещать всего 75 детей. Очень все рады, особенно дети рады. Они каждый момент приходили, каждые выходные и смотрели. То крышу сделают, то стены, мучились, маялись, ну, дождались. Пока детский сад открыт для детей от 3 до 7 лет. В ближайшее время здесь начнет работу и ясельная группа.